Друзья, приветствую вас, и вот о чем хотел бы я вам рассказать. Видите скамейку? Она стилизована под 19-й, наверное, век. А рядом стояли фонарики, очень красивые, напоминали пушкинские времена. А сейчас вместо этих красивых фонарей вот такая дылда стоит. Видимо, типа современная какая-то вот инсталляция. И вот мне непонятно, для чего нужно было выкорчевать все эти фонари, которые придавали вот этому месту, садику, ну, определенную такую атмосферу поэзии и, ну, гармонии. То есть такая вот скамья и такой фонарь. Я бы сказал, что как-то это неумно все.